У Путина есть шанс победить? Знаете, вот выиграть войну, то есть кинув все свои силы там и так далее, может он и может, но победить он не может. Потому что необходимо удержать, а удержать это невозможно. Понимаете? То есть Украина никогда, никогда не удержится силовым путем. Это невозможно сделать с такой страной, с огромным количеством этого самого. Я, конечно, очень сильно уверен, надеюсь, что Украина отстоит свою свободу. Вот. И это произойдет не такой великой ценой, которая сейчас происходит. Вот. Что все-таки западное оружие, поставки, ленд-лиз сыграют свою роль.